Соскучились за тобой, пап. А? Соскучились за тобой. Ага. А ты вот там сбоку стань. Или туда зайди. Или с той стороны зайди. С какой? Оттуда вот. Прикрой калитку. Вот сюда? Тика-т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 ика-
Тики-тики-тики. Свежая вода. Каждый день пьют. Там летят на нее, как на корм? Да, летят тоже. Ну, не совсем. Заходи. Я захожу. Не выскочила. На тебя смотрит. Угу. Ну, хорош. Вон там еще корыто поменять, это ведро. Почти все поели. Молодцы. Пойду-ка я еще тем расскажу. Тем тоже надо отдать. Очень красивые. Крупные. Они прям с пола пьют. Им нравится, им надо песок пола? И прочее, да. Чтобы оно перетирало желудок. У них зубов нету. А раз зубов нету, им надо всякой такой песок и прочее, грязь. Они процеживают и берут, что им надо. Он радуется, как петух, видишь, как поет. Такой радостный, что приехали. Тики-тики-тики-тики-тики. Они спокойные у нас. Потому что приучены к хорошей смысле. Они радуются, когда люди приехали. Очень радуются. Сейчас мы подберем остатки яиц. Где есть тут яйца? Подожди, пап, я хочу заснять тебя. Ага, если будут, я не буду брать. Смотри, что курица творит. Баба пооткрывала им, чтобы они там грызли. Они туда залезли, глянь. Клетку залезли, грызут и там. Где? А вот ту клетку баба открыла, видишь, они залезли туда прям. А. Надо подсыпать, все поели. Это мы сделали вторую окантовочку, видишь, красиво получилось, да? И чтобы они не разбрасывали, бо они столько разбрасывают на них. И здесь надо всем, я специально сделал, красиво получилось, правда? Угу. Ну вот это ж... Молодец, пап. Возня была. Видишь, они туда залезли, я. Смотрим яйца. А, так, я пощупаю сначала. Внимание, что? Мама все, что могла забрать. Может, даже и не будет. Ой! Молодец, присела. Чуть глаза не залетела. Она стекает, это бородатая. Что-то наделали, пап. Сейчас она успокоится. Нема тут ничего. Тики-тики-тики-тики-тики-тики.
нема, мама все забрала. Ни одного яйца нету. Вот съели, за день съедают половина. Смотри, сколько съели. Да. Вот так мама приходит, потрусила. Я половину насыпаю, они все выедают, как говорится. А лишнее вот высыпается сюда, видишь? Угу. Это столько мы потеряли, понимаешь? Да. Вот так вот снимаю, на крючок вешаю. Вот так на крючок повесил, оно висит. Вот так. Что мы делаем? Вот так берем, назад цепим. Вот. И они потом доклевывают, потому что они выклевывают все. Они съедают. А теперь все нормально. Размешаем. И будет класс. Короче, нема тут ничего. Пойдем туда, там посмотрим. Приподнялись, перепугу. Поют и вообще замечательно. Вот этот свет так включается и сразу туда бьет. Часы 3:09 у нас тут. Вот тут гнезда вот так вот открываешь. Ничего не снесли. Ну, вернее, сегодня они уже снесли, но забрали все. Вот сейчас гляну здесь. Вот сейчас мы сюда. Заходи сюда. А я направлю свет сейчас. Видно? Угу. Хорошо видно. Угу. Это бородатые несутся. Видишь, у них бакенбарды сбоку тут. Найду, а что вылетали сейчас. Угу. Вот. А это даже собралась стекать. Мы ее перепугали. Ага, вон яичко снесла. Снесла яичко. Все нормально. Она уже сидела, отдыхала после... Ты будешь брать или оставишь? Можем оставить, нет проблем. Одно яичко. Вот. Вот. Мы забрали сегодня уже сколько? 4 пачки. Вот. Вот так снесла и вышла. А вот курица сидит. Вот она. Несется еще. Красная. Вот, сейчас поглядим внутри. Может, внутри, где они там раскидали. Вот. Вот тут они обычно несутся всегда. Но я не вижу сейчас. Иногда курица не успевает. Она здесь бросает. И там я не вижу ничего. Вроде нету ничего, да. Ничего нема. Вот тут они сидят ночью. Заходят сюда ночью и садятся. И тут тоже? И тут мы цыплят выращиваем, как говорится. А там... А тут у нас это самое, сюда. А это седалище для зимы мы сделали. Вот они, видишь? Сейчас я все включу. Вот она, курочка стоит. Тут прохладненько. Здесь они заходят туда яйца нести. Вот так забегают. Вон, а, видишь, еще одна стоит и вот залезла туда. Это они планируют зайти снестись, поняла? Да, выходим. В общем, все проведено, электричество проведено. Ну, кое-что до ума доводить надо еще, как говорится. Очень много работы еще. Тут у нас уже теплый этот бройлер, куда выводить цыплят можем. Вот сюда, да? Да. Лампы специально для этого? Вот лампы специально стоят. Мы включаем, обогрев на низ. Здесь перегородку ставим. Одну или две, или три. Можно 4 по 20 сделать. 4 по 20, и они будут там... развиваться. Если нам надо больше... Вот тот низ закрывается, перекладина. А когда бройлеры вывелись, мы здесь находятся курочки, несушки. Те, которые нам нужно, мы можем оставить здесь. Вот. Ну, в общем, для разнообразия разную породу мы можем здесь оставить, как говорится. Но в целом это бройлер хоть зимой, хоть летом годится. Потому что вот эти теплые лампы, они всегда дают, если их включаешь теплым, они всегда дают хорошее тепло, и цыплята тут буквально хорошо будут расти. Мы уже пробовали. Один до сих пор мокрый, да? Они хотят ходить. Один мокрый, и они еще дергаются. Но тут вентилятор дует. Хорошо им тепло, температура подрегулируется. Один. Вот он второй синенький, вот он третий синенький. Вот он даже кидается, видишь? Кидается. Давай глазки. О, закрыл глазки. Закрыл. Закрыл глазки. Чё ж ты не клацнула? Я снимаю. А, снимаешь? Угу. Опять закрыл. Это петушок.
черненький. Вот у нас розетки, выключатели, все, что нужно, как говорится, здесь. Это вот совочек, все, чтобы подгребать говно, вычищать. Вот здесь у нас корм стоит тоже. Это вот. Будешь сейчас корм делать? Да, буду сейчас корм делать. Давайте засниму, как ты делаешь. Так как куры поели все, то я это самое. Это у нас зерно чистейшее, помеленное. Вот. Готовый мешочек стоит. Свет сюда направим, чтобы понятно было видно. Хорошо. Вот. Мы засыпаем зерно сюда. Потом что мы можем засыпать? Еще мы покупаем птичий корм. Очень хороший. Санклавы. Подсолнечники. Тоже сюда засыпаем. Пахнет хорошо, прям маслом сливочным, постным пахнет, замечательно. Вот, немножко сыпку, мы уже съели мешок, надо другой принести. Вот, а это мы закупили перловка, по-русски говорят. Это оатмил? Да, это оатмил по-английски или перловка, овес, короче говоря. Лошадиная радость, говорят, в армии кормили этой лошадиной радостью. Ну, от этого куры хорошо несут яйца каждый день. Витамины хорошие. Очень хорошие витамины. Для курей это замечательно. Я вот немножко сыплю сюда этих, вот как говорится, замечательно чистейшие витамины. Что еще мы имеем? Вот здесь вот мы имеем еще два ведра витаминов. Это вот морская трава, высушенная и помеленная. У нее очень много витаминов. Можно одну-две наполовину я сыплю, наполовину этой кормушки. Потом, вот что тут у нас еще. Это ракушки с залива Тексаса. Вот, они перемеленные ракушки, они очень хорошие, полезные. И, во-первых, они дают всем животным, птицам, и коровам, и всем остальным. Для чего? Глистов, чтоб не было. И когда даешь, вот никакая зараза внутри не это самое. Плюс они полезны, ракушки, потому что это кальций. И скорлупа получается идеально крепкая, хорошая. И яйца такие набитые, хорошие, полностью витаминизированные внутри и снаружи. В общем, прекрасно получается. Когда все это я засыпал сюда, беру палочкой, размешиваю. Вот, они получили достаточно витаминов. Яйца получаются очень крупные, хорошие. Вот так потрусил. Здесь ставлю на минимум высоту. Один палец только проходит снизу высота. Вот, пчелы, куры расклевывают и стараются выкидывать. Я сделал по кругу буртик, то мы уже заснимали и показывали. Специальная корытка такая красивая. Сейчас еще добавлю до половины. Здесь еще нету половины. Сейчас добавлю до половины и поставим. Короче, на 60 курей с лишним хватает на сутки вот так половина. Вот. Ну, естественно, мы даем им еще травку и все остальное, чтобы они, это самое, витаминизированные были. Груши, да, много груши. Груши у нас есть, азиатские груши, такие немножко полукруглые. И так сказать, все, и яблоки, все мы режем мелко и даем, и они просто у нас радуются. Зелень обязательно надо давать. И все со своего огорода? Да. Всю траву продергиваем на огороде, все кидаем. И также еще планируем сделать второй участок. Это мы только начали вести курей. Сделаем, как говорится, заменяемые участки. На одном участке недельку, на другом участке недельку, чтобы трава успела вырасти, чтобы они не забивали землю, то есть не забивали траву до черной земли. Чтобы немножко покушали на одном, немножко на другом. Вот. Сейчас мы это вот поставим на место. Пусть они кушают. Тихо-т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 ихо. Заходи. Давай, подержи чуть-чуть. Ага. Любят свежий корм? Конечно, свежатину они любят. Они знают, что я свежее принес. Сейчас я занесу внутрь, поставлю. Они вот так вот накинутся и будут клювать. Вот, по очереди. Вот и другой петух пришел, серебристый. Говорит, я тут тоже хочу попробовать свежатинки. Хорошие несушки вот эти, красные, белые. Петух хороший, серебристый. Серебристые несут хорошо.
Вот у нас 4 разных породы. Вот здесь. Ну еще 5-я на подходе, французская мы. Ну еще планируем приобрести разные породы, которые очень хорошие. Прям, смотрите, лоснится, как говорится, перья лоснятся. Молоденькие они только месяц назад, как начали нестись, хорошие яйца несут. Просто люди на расхват захватывают. И нам хватает на семью. В общем, приблизительно 4-5 пачек, 60 штук дают. Почти что каждый день курицы несутся. А сколько курей здесь, пап? 60 где-то курей приблизительно. Ну, один день 5 пачек, один день 4-4,5. В общем, некоторые куры позволяют себе расслабиться один день. А в основном все 90% с лишним несут каждый день. И просто душа радуется, придешь, они тебя любят, обступают, цепляются. Ну, у нас тут находится несколько петухов. Один серебристый, второй серебристый, красный петух. Имеется, где красный? Убежал? Он боится. Боится, вон он где-то убежал. Есть еще бородатый петух. Вот, в общем... Вот это вот красный петух? Да, это красный петух. Вот он, видишь? Он неплохой. Внутрь ставим, хватит вот тут кушать. Нету тут белого. Он на другом месте убежал. Ставлю по центру, чтобы оно висело очень удобно, и они начинают клюкать. Едят и так вот выбрасывают в разные стороны. Ну, чтобы они на пол... Раньше я не имел это, то порядком выбрасывалось на пол. А сейчас они выбрасывают просто... Ну, я считаю, что можно даже еще чуть-чуть приподнять. Я от этого бортика поднял на один палец. Можно даже на 3 пальца приподнять, как говорится. Вот. Чтобы сэкономить корм? Да, правильно расходуется корм. Это много значит. Смотри, как они выкидывают сразу. Раз, вот выкинул. Ну, в общем, кормушки не все совершенные. Я смотрел на интернете со временем. Ну, в принципе, это работает хорошо для меня. Это устраивает. В смысле, проблем не имею, быстро снял и засыпал, перенес. Это не тяжело на небольшую партию, как говорится. Ну, а здесь маленькие клеточки здесь сделал. Здесь, смотри, пап, очередь выстроилась. Да. Очередь выстроилась, они все на корм сейчас подойдут. И еще вот я сделал 2 маленьких отсека отдельно. Можно там закрыть, и перегородка, дверка открывается. Короче, на всякий случай проверить то ли курицу, то ли петуха, то ли еще какую-нибудь... Ну, разную породу на первых порах мы можем всегда прикрыть. Потому что бывает надо будет то петушка, как говорится, оприходовать в суп. И то его она поймал, туда запустил, далеко за ним бегать не надо. И прикормил, если что, забрал его. И, то есть все свое время, даже квочка, если сядет, посадил туда квочку, прикрыл, и пусть она себе сидит там. То есть всегда на курятнике должно быть разнообразие. А ты какую воду попользуешься? Вода чисто натуральная, у нас пробуренная скважина, и со скважины у нас, я не помню сколько, метров до 30, кажется, глубоко. Давление хорошее, поднялась вода почти до верха, 1,5 метра не доходит до верха. Мы на бугру пробурили и живем на бугру. И поэтому вода, проверяли в лаборатории, очень хорошая, чистейшая вода для этих курей. Что делаем? Воду каждый день меняем, Потому что вода без хлорки, она может заваниваться. Ну, естественно, кому хочется пить плохую воду. Вот. Тем более для себя курей держим. Вот. И если даже излишки есть, у нас большая семья, 9 детей. Вот 5 с нами живут, и раздаем тех, которые отдельно живут, и им даем. Так что, если излишки у нас остаются, то у нас есть клиенты, мы можем их продать. Вот, и неплохо продать, как говорится, чтобы вернуть корма. Покупаем чистейшие корма, потому что есть корма, которые продаются, ну, как вам сказать, на ГМО выращенные. ГМО, это вы знаете, генно-модифицированные продукты, кукурузу. Мы такую корма не покупаем, кукурузу, дешевку не покупаем для себя, чтобы не травить свой желудок. Ну, естественно, и авторитет для тех людей, мы являемся авторитетом, которым продаем, чтобы клиенты знали, что мы для себя стараемся,
Вот. Поэтому некоторые просто держат бизнес. Бизнес, естественно, больше курений, 60, а может быть и 100, и 200, и 300 тысяч. Там, естественно, бизнесмен старается купить как можно дешевле корма. И корма могут быть разные, и он не может это проверить. Но мы специальный магазин, который проверенный, продает только натуральные корма. Вот есть тут магазины, которые продают, ну, ГМОшная корма с кукурузой совместе. Кукуруза, которая генномодифицированная, она выращивает много. Но мы такое не делаем, потому что куры на таких кормах полтора года несутся, и потом у них разрывается заднее место, откуда яйца они несут, и выворачивается кишка наружу, и курица больше жить не может. Короче, снашивается очень быстро. А если нормальный корм, то они 4,5 года и больше несутся? Да, до 5 лет. Если нормальный корм, курицы до 5 лет. Есть у нас куры, которые уже... Когда Надька приехала у нас? 4,5. Да, вот они до сих пор живые, до сих пор крупные, хорошие, несут очень крупные. Они выращены на этом чистой... На чистом корме. Мы стараемся подавать чистый корм. Вот как видите, подсолнух у нас. И все остальное помеленное, так аккуратненько. И вот они даже выбрасывают. Вот как видите, вот посмотрите, сколько уже набросали. Видите, с боков клюют и выбрасывают носом. Вот, если бы я не стоял на этой подставочке, сделал красивую, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-гранную. И очень красиво получилось. Я первый раз сделал такой. Ну, сам, когда заходишь в курятник, должно быть все красиво. То поэтому я стараюсь, чтобы и курам было приятно кушать, чтобы они не разбрасывали. И чтобы мне было приятно зайти в курятник, и душа отдохнула. Поэтому, если вы что-то будете стараться делать, старайтесь, чтобы в вашем курятнике было очень красиво. Ну, с каждым разом, когда сделаешь курятник какой, смотришь, что есть недостатки. И поэтому стараюсь я, так сказать... Красивый петух пришел, пап. А? Красивый петух пришел и ушел. Да, какой? Вот тот. Ага. А то красивый. Что ты говорил, пап? Он боится. Это бородатый петух, который вот эти вот бородатые курочки. Где они, бородатые курочки? Они вот тут бегают. Вон они. Вон пошел красавчик. Вот. Они несут синие яйца. Очень хорошие. Яйца все хорошие. Но яйца чуть поменьше синие, но зато... Вот это вот бородатый петух. Гребешок у него на бок. Он поменьше, чем основные куры. Куры эти поменьше. Вот она, бородатая курочка, побежала. Вот эта бородатая курочка. Они тоже симпатичные. Очень хорошо летают. Вот. И такие немножко, как сказать, вольные, но привыкают хорошо. И когда несутся, мы засняли, как они неслись, две курочки, вы это посмотрели. Они спокойно несутся, яйца небольшие бывают, маленькие, как так сказать, но не страшно. Для разнообразия оно всегда полезно на вашем участке. Почему? Когда вы придете, у вас однотонные куры, белые или серые, то у вас, знаете... не такой радостный эффект. А когда вы приходите, один серебристый стоит, другой белый, а третий черный, четвертый еще какой-то интересный, поют все по-разному, у вас душа радуется. Чем больше у вас разнообразия для вашей фермы, тем лучше для вас, потому что мы все живем для того, чтобы получить удовольствие от того, что мы держим и кушаем. Поэтому стараемся держать красивое, и стараемся переделывать участок на лучшее, чтобы курям было свободнее, на более устроенное устройство обслуживания. Хотя мы кушаем яйца каждый день. В яйцах состоят все витамины. Вот. Еще планируем завести перепелок. Перепелки тоже дают больше витаминов B12, особенно старым людям. Обязательно. Это не тяжело. Небольшой квадратную, небольшую клетку квадратную или продолговатую сделать. И все, и кушают они мало. Вот, но яйца хоть и маленькие, но у них много витаминов. Поэтому кто хочет жить качественно до глубокой старости, иметь здоровье, тот должен иметь свое хозяйство и не обращать на богатых людей внимания, а держать то, что вам дает здоровье. И вы, для человека нужно, хоть для богатого, хоть для бедного, немножко покушать желудок на каждый день. Если человек имеет много, он не съест
на 20 желудков. Он съест столько, сколько ему позволяет желудок. Поэтому никогда не гонитесь за большим богатством, а гонитесь за качеством, чтобы у вас пища была качественная. Тогда вы ни к доктору не нужно вам ходить никуда. Также мы держим еще вот пчелок, вот поверни туда камеру, покажи. Имеем качественный мед. В прошлом году накачали достаточно меда. Едим 2 года уже. Это вот у меня сынок сделал кормушку для птиц. Птицы прилетают, видите, уже снизу валяются эти самые семечки. Но, смотрите, птицы разбрасывают эти семечки, а тут это куры. Куры кушают, да. А куры остатки от птиц подъедают. Это очень хорошо, когда куры, они все наоборот любят выклевывать, и поразлучивали все семечки, все зернышки повыедали. Птицы тут как тут, летят со всех сторон. Когда приходите вы на свою прапорть, вот слышишь, пищит птичка. Вот. На свой участок вы приходите, то вы видите, что у вас и сосны растут, и все ваше условие хорошее, и птицы разнообразные прилетают сюда, и красные, и маленькие, и большие, и даже эти прилетают дикие голуби, по-английски называются doves, которые воркуют так. Сидят на ветках. В общем. А это что за курица? Это курица кудахчет, по-видимому, а петух подпевает, что яичко снесла. Помнишь, мы с тобой смотрели, красная снизу сидела? Угу. Вот. А это вот тоже вот бородатый петушок, у него гребешок опущен. Он, смотри, как курица пошел. Видишь, он угу. Черненький. Черненький, он как курица, видишь? Угу. Он боится. Ну, пока начинаем развиваться, так сказать, ну, для развития это хорошо. В дальнейшем мы планируем раздвинуть их пастбище для курей. Вот, вот с этой стороны тут у нас была везде трава, они все выклевали. То мы сделаем переменный участок, короче, пару дней на одном участке, пару дней на другом, чтобы они травку кушали, чтобы они не выдалбливали так до черной земли. Им нравится грязь? Грязь, конечно, им нравится, потому что они... Им надо грязь? Конечно, конечно. Песок они разгребают, камешки глотают. Ну, а вообще куры любят грестись в разные инстанции, грязи кругом. Это их не... И пыль, тут пыль. А для чего пыль? Ну, чтобы куриные блохи их не кусали. Они сядут вот так вот и себя купают в этой пыли. Это очень важно. Смотрите, здесь они чувствуют себя весело. И настолько весело, что они любят нас, людей, подходят возле нас, вот крутятся и петухи, и курочки. Они с удовольствием жмутся к нам. Они уважают нас, потому что мы их не гоняем, не обижаем, кормим постоянно. И не знают, если я иду, или моя жена идет, или мы подходим, они моментально бегут и говорят, ну вы нам что-то принесли, давайте нам и сыпьте скорее, мы так любим вас за то, что вы нам хорошее приносите покушать. Также мы купили французских курей. Пощипаться с ними. Пойдем с той стороны посмотрим. Вот они за тобой бегут, как стадо целое прибежали. Говорят, ну что, вы нас покинули, дайте нам еще что-нибудь. Знаешь, что там написано? Что там написано? Будь свободен. Be free. Курам нужна свобода, если перевести на русский. Be free. Будь свободен. Free – это свободный, а be – это будь. Вот. Это на английском языке написано так, как мы живем в Соединенных Штатах Америки, в Южной Каролине. Здесь я сделал 2 отсека. Вот. Это у нас последний выводок был. И купили добавок еще черных. Вот это черные 4-5 курочек и петух черно-красный вот, с большим гребешком. Это французские курочки. Они вот-вот должны уже нестись на. Они редкие, пап? Да, они очень редкие, так сказать. Мы у одной женщины, которая заводчик, разводит курей тут в этой. Купили по $12. Она спонсируется государством. Государство помогает ей, дает ей удостоверение, лайсенс, так сказать. И она имеет право продавать, ну, как говорится, натуральных курей старается продавать. О, красивый петух, красный,
Вот он уже топчет курочек, и, как говорится, курочки хорошие. Еще не начали нестись, но скоро начнут нестись. Я уже предполагаю, буквально в течение полмесяца они начнут нестись. Он стесняется, да? Кто? Ну, он очень спокойный. Это куры очень спокойные. Хозяйка их вообще гладила и давала. Нам просто некогда их гладить. И они просто на руках сидели спокойно. А это вот серебристые, белые. Это наш выводок получился из шести курей. Одна курочка вот эта вот навстречу идет, ребристая, вот она, за, да. за петухом этим стоит вот она. А гребешок маленький-маленький, а то все петухи. Вот это вот, она серебристая, вот эта, вот она наперед вышла, это курочка одна. Маленький гребешок, это курочка. А то штук пять петухов, ну мы их поддержим еще немножко и потом подготовим их у суп, как говорится. Скушаем. Вот такой у нас тут такой загончик мы сделали. А что с этой случилось, папа? А это родилось колечко. Вот смотри на ее ножку вот с этой стороны. Видишь, ножка торчит. Это калека? Да, вот она калека. Боится, видишь, вот почему она там ножка, сидит? Она, ножка торчит, видишь? У нее ножка пошла в другую сторону. Она маленький цыпленок такой, родился калека. Ну, мы думали, курочка, а это оказался тоже петушок. А это петушок? Петушок. Его все гоняют, этого петушка. Это он прячется, сидит там, бедняжка, мучается. Ну, еще немножко подержим и сделаем ему отдых, так сказать, чтобы он не мучился. Вот. Ты скушаешь его, пап? Ну, естественно, мы его суп сделаем с него, и лапша будет хорошая. Сейчас мы его посмотрим. Ну-ка, выйди, крошка. Ты можешь? Да не надо. Он выйдет сейчас. Сейчас он выйдет. Выйди, выйди, крошка. Вот, видите? Ой. Ножка как у него в сторону торчит. Он, бедняжка, не может наступить, как вывихнута. Вот. И это вот ровесник его, рядом другой петушок стоит. Он выходит зато и кушает, и пьет, да? Да, он выходит, кушает, пьет, но так как уже петухи, они взрослые, все, они пошли его гоняют, отсюда, пап, поэтому, так жалко. Видишь, даже затылок у него обскубанный. Бьют по затылку, и он прячется. Вот, и все. Он покушал, вот, попил и опять спрятался, так сказать. Ну, такое бывает. Особенно, так сказать, когда инкубатор неважный, получается неправильное развитие. Но бывает. Вот видите, другой петух вот решил ужас. Его обидеть, так сказать. Это нехорошо. Вот наглец, а. Ну, потому посади что... Посади назад ее, его. Он сейчас сядет сам назад. Ладно, пошли отсюда. Пошли. Как есть, так и есть, да, пап? Так жизнь устроена. Все, так теперь я сейчас насыплю здесь им. И вся песня. Сделали здесь пружинку, поставили. Видите, когда человек заходит, он сразу за ним калитка закрывается. Чтобы иначе они не убежали, проблема. Да? Если вы не поставите вот эту пружинку, куры забыли калитку открыть, они побегут по всему участку, вы не догоните. И там у нас пружинка. Вот. Поэтому мы стараемся... Здесь такие, которые взлетывают, как говорится. Вот эти молодые петушки, они хорошо взлетывают. Если их выводить на большой участок, им надо будет подрезать крылышки, чтобы они не взлетывали. Да? Да. Ну, теперь все. Я думаю, сейчас добавлю сюда воды и корму подсыплю, и мы на этом, так сказать, закругляемся. Она у нас вода пробуренная. Вот так раз помыл, налил полную, поставил. У меня такие поюки есть, и просто ведерки наливаю. Вот. Поэтому, как душа захотела, так и делаю. Вот так вот залили. Тут еще пополоскали сверху, чтобы она... Обычно пыль, грязь. Иногда тут беру, я говорю, тряпочкой протираю. Закрываем. И когда маленькие цыплята, они вот так снизу клюют. Они подрастают, и грязь, чтобы туда не падала, я перецепляю на другую цепочку, повыше вот так. Показываю, как это делается. Вот так вот, если маленькие цыплята, я цепляю на самую последнюю, оно почти до самого низа получается, вот так вот. Зацепил, оно висит почти на низу, вот. Если куры подросли, они грязь туда нагребают. Мне надо поднять, я просто приподнял и на другое звено подцепил, вот, на два, допустим. Прекрасно. А это кормушку, ну, кормушку мы показывали, как мы делаем, вот. Вот так вот потрусил. Добавим сейчас им витаминчиков.
Морская трава очень полезна, очень хорошую иммунную систему дает, да? Да, очень хорошая, много витаминов дает. И также добавим этого. Это тоже дает им и для перьев кальций, она дает кальций. И ракушки эти очень хорошо помогают от этих самых, от всяких паразитов, глисты и прочее. Потому что один раз в год мы не давали, курица умерла, очень много было глистов. Это очень хорошо. Они, куры страдают, и нам жалко от этих курей. Ну а теперь здесь что мы делаем? Ну как всегда, с мешка нагребаем. Зерно хорошее, помеленное, вот, подсыпаем им, и они это самое готовы. Около половины хватит на 3 дня. Ну а теперь вот тот больной петушок на место залез, а здесь корма подсыпали, все пусть едят, сейчас смотрим как пойдет так, может еще чуть-чуть опущу. Вот так вот. Нормально. Отлично. Тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика. Видишь, какая им одно удовольствие на траве быть. Тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика. Тика-т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 ика-
тщательно, потому что он сочный. Нянь аж подпрыгивает на новые залежи, говорит. Такая красота, говорит. Вон как они довольны, глянь. Молодцы, красавчики, петухи, и куры. Он даже и в кусты полезли, посмотри. Петух повел в кусты, говорит, такая красота, там пауков много разных и червячков, говорит. Я первый, говорит, туда выхожу, говорит. Курям должна быть травка. Вот мы им загородили еще один участок. Будем выпускать их по очереди. На недельку, потом или на день выпускаем, день травка подрастает, день выпускаем, день травка подрастает, не выпускаем. И таким образом, чтобы участок не становился черным. А так они вот очень довольны тут, вышли с радостью, щипают травку. Ну, мы им принесли арбуз еще с нашего участка, хороший арбуз, без химии выращенный тут вот, прямо вот на этом участочке. Вот, сочный очень хороший, мы сами наелись и курям притащили арбуза. Вот куры, утки и гуси хорошо растут на траве. Практически люди могут выживать без всякого зерна. Вот. Они могут и яйца нести, но на траве яйца они чуть медленнее несут. Не каждый день, а через день, пока у них наберется. Но яйца будут нести. А вот когда еще подкармливаешь зерносмесью, то получается, что каждый день могут нести. Очень витаминов много. Ну, естественно, витамины на траве им надо обязательно. Это они обязательно любят, как говорится. Очень молодцы курочки. Просто замечательные. Если жить у деревни, да не держать курей, то это большой грех, как говорится. Потому что они сами на траве растут. Куры, утки, гуси. Вот. Сейчас я принесу лоточки. Будем слаживать яички. Это вот я придумал такую задвижечку. Если нам надо закрыть курей, мы так переворачиваем, вставляем ее назад, и она закрывается. Немножко разбухла от дождя, но закрывается. Вот так мы закрыли курей, и чтобы они не выбегали. Вот она тормозится вот на этих гвоздиках, но тут я еще порожек прибил, и она насчет тут на это самое, и без него я рассчитывал. В крайнем случае вот такой упор. Вот. Если надо открыть, переворачиваем кверх ногами, ставим тоже в пазочки
И она вот так вот раз висит, куры свободно заходят. Обязательно удобно, не надо ни петлей, ничего. Вот таким образом работают у меня эти самые дверки. А сейчас мы пойдем собирать самое интересное. Будем собирать яйца. Вот курочки так кушают. Это вот старенькая курочка. Она, вот гребешок на бочок у ней. Вот это старенькая, да? Да, это старенькая. Видишь, гребешок на бочок у ней. И она сильно хотела квочкой стать, квохчет. Ну, и яйца перестала нести. И не дали ей стать квочкой. И она бедненькая. Вот она и попить выскочила, потому что все ее гоняют почему-то куры. Но она выскочила, пока курей нету, покушать, попить. И говорит, я сейчас покушаю, попью. И опять спрячусь подальше на самый верх. А это вот бородатая курочка пришла. Они несут вот такие вот яйца голубые. Вот эти бородатые куры несут такие голубые яйца. Они маленькие, но на вкус такие же вкусные. Вот. То есть у нас несколько пород курей. А вон лежит яйца, вот посмотри. Вон видишь, вау, одно голубое, да? Да? Видно хорошо? Увеличь, чтобы тебе видно было. Да, во-во. Одно голубое, а остальных сейчас мы будем собирать. Вот так вот выбираем с каждого гнезда. Самое удивительное и интересное брать яички, как говорится, с гнезда. Вот так берешь, складываешь. Вот, самим хватает, излишки даже продаем, потому что люди знают, смотри, какое яйцо. Молодая курица снесла. Яйцо похоже двухжелтковое. Ну, такое красивое, большое двухжелтковое яйцо, по нему видно. Вот. Попадаются куры, которые несут двухжелтковые яйца. То есть, ну, такие яйца я смотрел на интернете. Один даже вывел двойняшек, как говорится, цыплят. Два цыпленка вывелись на интернете, показывал. Говорили, что не выводятся, а вывелись. Только им помогать надо расклевывать. Если они наклюнули с двух сторон, такое яйцо ему помогает шкарлупку расклевывать. И выходят цыплята хорошие. Испугал курицу, а она меня испугала. Она там сидела, посмотри, там тоже яиц полно. И она уже снесла. Это синенькое яйцо голубое уже лежит, как говорится. Вот. Засунул руку, не посмотрел. Сейчас. А она там сидела, она испугалась, и я испугался. И ты меня испугал тоже. Да что ты, такие пугливые пошли все. Страсть, ужас. Значит, выбираю. Сейчас мы собираем вот. Вот так они выбираются. Сегодня дождь прошел, и они немножко яйца стали, ну, как говорится, грязные. Они ногами грязными наступают. Ну, мы их протираем. Вот. И в холодильничек. Для еды годится. Вот, мы быстро их поедаем. Почти каждый день поедаем. Тут все, тут все, тут все. Сейчас посмотрим дальше. Вот уже лоток на 18 штук, как говорится. Вот еще тут немножко есть. Сейчас мы отложим. Вот. Вот так самое лучшее удовольствие собирать яйца. Собрал 18 штук, готово. Закрыл, как говорится. Здесь сверху я всегда подчищаю. И знаете, что интересно? Собираю какашки эти в это самое горшочек такой. Ну, из-под цветов горшочек. Вот. И поливаю водой, оно сухое здесь сверху. Мухи сажают туда яички, и через некоторое время получаются личинки. Такие белые червячки. Буквально через неделю крупные червячки. Не надо никакой комбикорм, шашель называется. Все это на этом говне выращивается, как говорится, шашель. Потом этот шашель беру, это ведро переворачиваю, куры разгребают, все личинки поели. И добавок это удобрение. Тут, как говорится, на моей территории, где находятся куры на улице. Опять подчищаю. Таким образом вы можете выращивать шашель. Это белковый корм, очень полезный. В говне существует, видать, такое свойство, что вот мухи могут вырастать. Вы это все знают. Но не все знают, что можно с этого говна. Ничего не надо. Нашкребли, в ведро положили, полили, чтобы вода протекла. В ведре должны дырочки быть. Протекла на низ. И все, и стоит. Каждый день пришел, полил пару дней. Потом потрусил, смотришь, там уже мелкие червячки белые. Все, это самый белковый хороший корм для курей. Куры страшно любят. И для них это большое достижение. Скушать, и они потом на яйца переводят. Значит, 18 штук мы подобрали. Берем следующее. Значит, тут ничего нема. Вот это уже на очереди стоит, видите? Вот это тут курица? Яйцо спряталось. Нашел я.
А, смотри, какое яйцо хорошее спряталось. Надо сюда прощупывать. Вот. Вот смотрим следующее. Вот такие хорошие яйца, крепенькие. Что интересно, мы кормим специально. Вот смотри, двойное тоже. Или два желтка, или одно крупное. Бедные они когда несут яйца, стогнут, как взрослые люди, как говорится. Так, просто удивление. Такие яйца дают, что это вот простые, одинарные яйца. Вот. Ну, мы двойные стараемся не продавать, что люди по-разному реагируют. А вот одинарные яйца люди берут хорошо, особенно которая скорлупа не белая. Вот. Далее. Значит, тут ничего нету. Эй, красавица, что ты тут зад выставила? Там еще одна внутри. А, там белая внутри. А эта пришла и выталкивает ее. Говорит, ну скорее уходи, я именно сюда хочу нестись, говорит. Не хочу в другом месте нестись, говорит. Ну ладно, мы ее тревожить не будем, пусть сидит. Пособираем другие, вот, с других мест. Вот она пришла снестись, бородатая. Вот это вот несет голубые яйца, он полезла, видите? Полезла нестись вот туда, потому что ее уже приспичило, мы ее прогнали. Она говорит, ну пойду хоть все равно, хоть куда-то влезу. Итак, уважаемые, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте задавать вопросы. Всегда рад ответить. В этом году мы поставили упор, потому что все государства сейчас ставят упор на то, чтобы прекращаются с коронавирусом полеты туристические, связи между государствами. Вот. И поэтому мы ставим упор на свое хозяйство. Хотя у нас в магазинах еще в достатке все есть, но обстановка меняется с каждым днем, не как говорится, не по дням, а по часам уже. Поэтому, если вы будете иметь большую территорию, в деревне жить, в селе, на окраине города, и можете иметь возможность выпускать курей или уточек на траву, не ленитесь, покупайте. В данный момент, вы, если возьмете, то на будущее вы будете иметь всегда достаток пищи. Человеку нужно не деньги, а пища. Если ему покушать на каждый день нечего, то он хоть имеет $1000 или миллион, ему умереть придется. Поэтому, если у вас есть на каждый день курочка несет яйцо, или козочка молочко дает, вот, или уточка на мясо, то вы всегда выживете. Удачи вам, подписывайтесь, ставьте лайки. Жду ваших комментариев.